Юные кулинары вновь демонстрируют свои таланты приготовления мяса, рыбы, птицы и овощей. В конкурсе кулинарного искусства на углях участвуют дети-сироты Подмосковья. 13 команд съехались из различных уголков Московской области в деревню Алмазово. Многие из ребят вообще выбирают профессию повара, потому что действительно это интересно и очень увлекательно. Поэтому родилась такая идея, этот конкурс кулинарный. Раз в год мы его проводим на разных площадках. В этом году мы, с учетом, что у нас прекрасная погода, летом мы решили выбрать площадку Щелковского района. Работая в команде, ребята стараются раскрыть весь свой творческий потенциал, а также показать знания кулинарного дела. Задач у них сегодня немало. Важны и подача блюда, и соблюдение всех правил приготовления, также чистота рабочего места, а потому и готовились к конкурсу весьма заблаговременно, изучая различные рецепты и правила соблюдения температурного режима. Мероприятие мы проводим ежегодно, причем мероприятие придумали сами ребята несколько лет назад, потому что мы начали реорганизацию в наших детских домах подмосковных и стали переходить от интернатного типа к квартирному семейному. Дети живут совершенно в других условиях по семейному типу. И в принципе для нас что важно, чтобы вот такие мероприятия помогали детям получать навыки. Приготовить бутерброд не так просто, как выяснилось, понимаете? Нужно знать, как нарезать, как, что зачем уложить. И, собственно говоря, здесь даже дело не в кулинарных навыках, а в общении с людьми, которые сделали кулинарию своей профессией. Хотя соревнуются участники с одинаковым набором продуктов, у каждого есть свой секрет приготовления блюд. Стоит отметить, оценивают работу юных шашлычников профессиональные повара региона. Возможно, этот опыт общения участников конкурса с настоящими мастерами своего дела не понаслышке знающих о всех тонкостях кулинарного искусства и определит их будущую профессию. Анна Балиет, Александр Аржевский, телерадиокомпания «Щелково».